концерт подошел к концу, дорогие наши гости. И хочется еще отметить перед исполнением последней песни. Юбилей «Крылатого» прошел в мае этого года. Все его знают, любят, помнят. И вот для исполнения этой песни приглашаем Ларису Анатольскую. И всех участников я приглашаю на эту сцену для исполнения припева. Вместе с вами, дорогие гости. Песня называется «Прекрасная далекая». Лестница дворянского особняка, Малая Дмитровка, 27, Тверское долголетие. Вот такие прекрасные залы после ремонта, очень хорошо. Античная ваза. После концерта из канделябра, лепнина. Очень красивая лестница. Thank you.
А тут экспозиция картин. Здесь уже готовят зал для другого мероприятия. Здесь был наш концерт. Рояль. Портьеры, часы.